Борцы приехали из ближних и дальних регионов страны. Если не рад приветствовать вас на 3-18 всероссийского турнира по национальной борьбе «Фрэш». Национальный спорт, как и другие элементы национальных традиций, бережно хранятся и развиваются во всей России и в Ульяновской области. На ковер выходят уже опытные борцы. Этот турнир мастерский, а значит, победители могут получить звание мастера спорта России. В этой схватке с явным преимуществом победил капитан команды Башкортостана Ильвар Хисматуллин. Соперник был непростой, тоже с Башкортостана, знакомый мой, друг мой. Ну, получилось уж, все ожидания оправдал. А вот эту 5-секундную схватку провел опытный спортсмен из Татарстана Николай Захаров. Просто хороший захват взял и удачно так попдю сделал. И удачно он упал. Аккуратно поборолся. В итоге около 10 димитровградцев заняли вторые и третьи места. А вот Тимур Хикматуллин стал первым в весовой категории 70 кг и выполнил норматив на звание мастера спорта России. Марина Антуганова, Анжелика Барвинок. Наше время.